Но самое интересное, ребят, сейчас будет с боссом. Так-так-так. Всем привет, друзья. Сегодня мы играем с вами, как обычно, The Binding of Isaac Rebirth. С вами Виктор. И, как вы видите, сегодня у меня никакого мода не стоит, потому что я решил поиграть в сиды. Сидов, в принципе, много, которые запрограммированы изначально, но самый интересный, самый челлендж, самый привлекательный для меня оказался вот этот. Названием пацифист, ребят. Пацифизм. Извиняюсь. Смысл в том, что... Да сейчас все увидите. Мне даже не надо будет, ребят, стрелять в этом, можно даже сказать, моде. Ну, режим игры, по крайней мере, очень интересный. Давайте посмотрим, что же это такое. Пойду за стандартного Айзека, чтобы не... А то, говорят, за Азазель иди, с полетом здесь будет слишком легко. Так, в чем же заключается пацифизм? Смотрите, я захожу на карту, и я не могу никого убить. Ну, кроме, конечно же, вещей, которые здесь вот можно подобрать. Ну и плюс, я могу зато сразу перейти в следующую комнату. То есть, по сути, этот... падлы! А я думал, будет легче. Тихо-тихо, уйди, дай мне денежку взять. Ну-ка, уйди. Они бабло. Хорош! Падлы ради бабла. Чего только не сделаешь. В общем, смысл в том, что я должен просто тупо бегать. Ничего больше не надо делать. Куриная лапка. Она все равно мне не поможет. Давай в секретоньку. Да, к сожалению, этот артефакт никак мне не поможет выживать. То есть, понимаете, смотрите, обычно, когда я играю в Айзека, у меня первое, что я хочу, это повреждение. Здесь наоборот, я не хочу совершенно повреждения, мне не нужны. Мне нужно здоровье, еще раз здоровье. Этим мне и приглянулся этот вариант. Так, ключа нет, в магазин не пойдем. Опа, как я тебя, а? Ха-ха, не ожидал. Так, резко в бой, парни, валим. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но самое интересное, ребят, сейчас будет с боссом. Смотрим. Гурдлинги. Прикол с боссом в том, что босса-то я тоже не могу бить. Но его нужно переждать. Видите, у него здоровье постепенно убывает. Ты чувствуешь, сейчас я тут коньки-то склею. Ну, первый, блин, комом, конечно же, как обычно. Прощайте, нет, я еще живой. В общем, мне просто нужно какое-то время выдержать атаку этих босят. Жестокий сид, да, жестокий. Поэтому я и говорю, мне нужно очень много здоровья. Сейчас я чувствую, сдохну и до свидания. Оп-па-па-па-па-па-пам. Нормально, видите, этот еще какой вообще злой попался, а? Ой-ой, сейчас мухи меня там зажмут, бежим как-нибудь на уйду искосок. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, нет! Не прошел я первого босса. Ну, я, по крайней мере, вам все рассказал. То есть, смысл в чем? Мы с вами постоянно бегаем. Стрелять смысла не имеет. И, в общем-то... Воу-воу-воу, ребята, сальце. Сальце дает нам две жизни. Но замедляет скорость бега. Вот тут я сижу сейчас и думаю. Наверное, все-таки нету. Нет. Так... Это мне не поможет совершенно. Давайте попробуем сюда. Опа. Пауки. Валим пауков. Гимпи взял. Так, гимпи это хорошо, потому что он мне будет давать хоть сердечки какие-то периодически. Да что ж ты будешь делать? Я ради этой бомбы обдолбился весь. Так. Ну, здесь, кстати, что-то интересное может быть. Давайте попробуем. Вдруг там еще секретка. Там еще секретка. Слава богу, огоньки-то можно потушить, а? Дай сердец. Ого! Спасибо тебе. Спасибо тебе, ящик. Как вы еще понимаете, так как я никого не убиваю, я даже имею в виду тех уникальных монстров больших. Зато, видите, дроп за комнату сразу появляется в комнате. Это плюс. А минусом же является то, что обычно этот дроп хрен возьмешь. Иди тихо, мухи, терпеть. Терпеть, мухи, я пытаюсь красные сердца найти.
Слушайте, наверное, в этом моде очень классно заруливает петрифайнутая какашка какая-нибудь, да? И может что-нибудь еще такое дикое. Так, деньги, деньги, деньги. Ай, ай, больно. Нет, хорош. Вот это я облажался. Как так? Вот это выстрел был дикий. Валим, 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 валим отсюда. Блин. Ох, мама. А это как? Как это преодолеть? Бета-трип. Охренеть, вот это удача. В кавычках, конечно же. Это у меня какашки залобузают просто. При первой же возможности. Ай, блин, спину долбит. Рожня, блин. Капец, как это сложно. Пироманьяк плюс камикадзе решают все проблемы. Ну и нахрена мне это? Ладно, возьмем. Вдруг пригодится. Ай-ай-ай, большой паук. Убивают. Тихо-тихо-тихо-тихо, валим. Опять ты. О! Вот это может быть неплохо, кстати. Книжка бессмертия. Ай, да, с бессмертием пойдем. Все-таки одну комнату из трех мы сможем тогда пробежать вообще на халяву. Так, серенький, серенький камушек, валим его. А в нем сундук, а в сундуке два ключа. Неспроста, неспроста. Че, ключи? Нужны ли мне ключи? Хороший вопрос, здесь тоже есть. Ой, бежим. Хороший камень есть. Но я что-то не очень хочу ключи получать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот тут, возможно, нам придется прожать пробел. Нет-нет-нет, бежим-бежим-бежим, есть! Такой спринтерский пробег. Так, ну с этим боссом должно быть полегче. Ой. На-на-на-на. Ой. А почему он два раза стрельнул? Давай, умри уже. Да как ты меня поцеловать-то успел, а? А, бежим. Так, ну все-таки с этим боссом легко. Ну, несложно, по крайней мере. Давай, умри. Умри уже. Это, как я тебя обманул, а? Да, ребята, это сид-пацифизм. Здесь можно только быть пацифистом. Давай, умри уже, умри, умри. Есть. Ну да, я вспомнил. Босс не исчезает, но появляется артефакт, открываются все дверки. Так, ай да вниз, ребят. Хватит уже. Так, ну нам дали плюс одну здоровку. Тихо, стоп, здесь ничего интересного. Так, здесь тоже ничего интересного. Зато как быстро можно комнаты проверять. Ой, блин, зажали, гады. Стоять, тихо. Вниз. Говно. Сам себя наложил. Может, в какашках что-то будет вкусное, а? Пожалуйста. Мне нужно здоровье, много здоровья. Деньги мне уже не нужны, я не хочу денег. Я хочу просто здоровье. Так, я нашел босса. Но босс это не то, что мне нужно. Мне нужно... О, денежку. Ага, вот она, эта комната. Прыжок. Так, это какое-то даже издевательство, можно сказать, игры надо мной. Нафига мне этот прыжок сдался? О! Твою налево, надо ж так. Так, берем сердце, валим. Так, секретка-секретка, да. Так, мне кажется, пора валить к боссу. Нечего здесь делать.
Ой. Да как же ты меня не подпускает меня к сердцу вообще. Опа! Ха-ха, как я тебя нажучил. Так, Ларри Джуниор. О-о-о, так. Вот тут надо будет побегать, мне, я чувствую. Ух, я уж думал, пробел сейчас нажму. Эти какой. На-на-на-на-на. А, убивают. Хорош. Во насерили, а. Слушайте, за какашками можно прятаться. Нет, нельзя. Почему-то он все равно агрессивный какой-то. Бежим, ребята, бежим. Слушайте, я не знаю, как я буду проходить какого-нибудь Блота, например. Он же меня просто заимеет. В принципе, на этом моде очень легко учиться уворачиваться от всего чего только угодно. То есть это прям... прям находка для тех, кто не умеет уворачиваться от патрон. При этом видите, что за мод? Это не мод, это сид-пацифизм называется. Стандартный Айзек с сидом пацифизм. Так, да елки-палки, почему это-то? Ничего более стоящего не нашли. Да, о, стоп, сделка! А-а-а, нет, не убивайте меня! Так, ну, в принципе, вот эту вот запчасть от Гаппи я бы, наверное, даже взял. А что, опять с ним сражаться теперь надо? А, не, все открыто. Фу, я ж рот открыл. Что я творю, а? Что я творю? Прыгай. Так, в чем тут прикол? Убить ничего нельзя. В чем прикол? А, это тоже боссом считается, засранец. Слушайте, ну вот эта тема. Вот это сейчас меня побомбит тут знатно. Нет, не убивай меня. Прикиньте, оно тоже считается боссом. Ах ты ж гад. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, стоим, держимся. А прикиньте, если до босс раш успеть добраться. В этом моде, это же вообще огонь. Сколько там нужно минут будет провести в этом босс раше, я не представляю даже. Ну, наконец-то меня выпустили отсюда. Фух, ну хоть сердцем вознаградили. Так, говно. Спид даун. Да. Чё ты выдержишь? Блин. Опс. Нам не сюда. Нам куда-то туда. Спасибо за лечение. Так, автомат. Так. Вот сколько денег. Так. Какова вероятность, что здесь будет секретка? Ну, в принципе, она есть. Йоу. Но Magic Mushroom еще никто не отменял. Да это издевательство какое-то, ребят. Я все хреновые... Бежим! Бежим, Витя, бежим, 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 бежим. Давай, 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 давай. Да, моему везению нет предела. Я вам так скажу по поводу дропов в комнатах. О, мама. Блин, это надо брать. Привет, парни. Извините. Разойдите. А, ключи кончились. Блин, а! 25 денег, а ключей нету. Вот это вообще катастрофа. Ёлы-палы, бежим! Блин, все, нахрен, пестинус меня сейчас завалит просто. Ой, сейчас червяковка навысирает. Пиши, пропало! Нет!
Да. Жестокий, жестокий Сид. Это очень жестокий Сид. Я даже не знаю, как это... Ёлы-палы. Жесть, я прям здесь останусь. Я прям уверен. Сейчас он как тролль-бомбы саданет. И до свидания. Хотя он какой-то цветовой, возможно, он не умеет... Нет, он умеет тролль-бомбы делать. Мамочки! Что ж тебе меня засамонило-то здесь? Беги, 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 Витя. Эц. О-оу. А, блин, чуть не попал, падла. Давай, давай, сдохни уже, сдохни, 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 сдохни. А эти даже не доползут до меня. Е-е-е. Блин, из него еще ничего не выпало! Я не невротиком стану с этим Сидом. Так, если бы еще у боссов, говорит, ХП убывало прямо пропорционально набранному тобой. Набранному мной ХП. Лак ап. О! Ну это плюс одно здоровье, как минимум. Так что плюс это ускорение. То есть это вообще надо брать. Без вариантов. А, то есть я не надамажился, поэтому у меня есть что. Применить, хорошо. Ведь, парни, привет, привет. Давайте заманиваемся ко мне, заманиваемся. У вас там какая-то вкусняшка есть? Хай прайстас. Фа, бесполезная штука совершенно вообще. Вот те-те-те-те. У, там был хороший камень, кстати, я заметил. Надо его чпокнуть. О, хороший камень с хорошим дропом. А здесь вы понимаете, да, сердца это самое важное вообще. Все, что остается в игре, это сердца. Эксплозив диарея. Успел заскочить. А я сейчас продолжу высирать бомбочки? Нет? Най-най-най-най-най. Прикиньте, он ее толкнул, он ее не убил. А, ну, просто в обычной вариации он их убивает. Когда приезжает. Перестаньте. Слушай, этих мух бы в одно место свести. Он меня нашел. Ай, попали. Ах, ты же мухи проклятые. Так, а вот сейчас сложнее все станет. Блин, он продвигается ко мне. Да ладно. Сдохни, сдохни, гад. А, все, я могу отодвигать. Я что-то... Да как так? Я и забыл про это. О, во, во, вот это берем, господи, мама, валим отсюда. Допустите меня вниз. Все серые сердца слил. Ох, еще и красный даже слил. Тяжело. О, ёшкин кот, как это пройти? А, там пауки, просто вот они. Да вообще жестоко, кстати, на самом деле. Надеюсь, там какой-то обход есть. Привет, 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 пока, 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 пока. Опа, я босса нашел. Так, ну босс это, конечно, хорошо, но мне бы... Куда я попал? А, все правильно. Блин, а золотой комнаты... Золотая комната за... А, что так? Комнаты поменялись. А, блин, 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 ребята, что делать-то? А, охренеть. Ребят, при... Да поменяйся уже еще раз комната. Пожалуйста, поменяйся. О, фух. В принципе, то же самое можно провернуть и там. Угу. Комната, меняйся. Опа-на.
Стоп, я не там окончание. Погодите, она меня телепортнула. Да ладно тебе. Я хочу пройти к золотой комнате. Все, что я хочу, это какой-то к золотой комнате. Так, видимо, не получится, да? О, получилось. О, мама. Мама. Тут суицидники за мной бегают. Спасите, помогите. Валим, 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 валим. Так, я что-то вообще куда-то в задницу влез, если честно. Ох, чувствую, я здесь и останусь. А, нет, все, меня телепортнуло. Ладно. Получается, что мы с вами не попадаем туда, куда хотим. До золотой комнаты я добраться не смог. И стула. Так, но если она развоплощаться не будет сама... А, смотрите, как быстро идет. Полосочка, соответственно, она сейчас развалится. Так, а, привет, Виктор, думал, не дождусь. Ой-о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 й. Уйди, 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 уйди от меня. В принципе, это легко довольно-таки, их можно тут сдерживать. Ой, 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 ой. Сейчас из них повылупляется все, да? Или нет? А, вот так вот, да, они еще и быстрее летать стали. Вот сейчас будет бомба. Витя, беги! Там орда такая. Орда такая на меня. Сейчас из них еще мелкие же эти повылупляются, тараканы. Они будут не мешать жрать вкусноту, которая здесь есть. Тихо, блин, вот это отражение! Нет! Нет, блин! Жесть, просто свалился в туман. Не, ребят, я чувствую, я этот пацифизм никогда не пройду. Слишком круто. Это слишком круто. Прикол, говорит, спидран этого Сида. Ну да, наверное, здорово. Блин, ну нахрена мне это кафнул? Ну хорошо, довольно-таки легко подзарядить, да? Опа! Я даже что-то раз... Охренеть, ребят. Так, нет, я все-таки хочу. Во! Вот это хорошая вещь. Пауки, 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 привет. Стоять. О! Стоять, еще больше стоять. Валим отсюда. Так, как-то поднабрался. Так, идем в золотую. А здесь ересь. Так, ладно. Привет, 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 мужики. Пока, мужики, бежим, бежим. Витя, спринтерский забег такой. Чу. Мимо всех мужиков, да что ж ты. Смотри, меня там подловить хочет. Хоп, 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 хали-гали проскочил. Что такое? Мухи, 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 цикатухи, отвалите от меня. А почему не пошел к боссу? Давай к боссу сразу. Так, безголовый хорсмен. Тихо, 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 тихо. Это пройдет, Витя. Да, Витя, это пройдет. Только когда? Главный вопрос. Нет, тут главное сосредоточиться на воротах. В принципе, ничего не могу им сделать. Чуть-чуть могу потолкать только в ту или в другую сторону. Собственно, на этом кончается все мое взаимодействие с внешним миром. Повреждений я не наношу. Убить я никого не могу, бежим! Они такие все бессмертные, что пипец. Давай, сдохни уже, сдохни.
О! Слушайте, это хороший вариант, мне кажется. Это, во-первых... А, знаете, что мы сделаем? Я же все-таки уже открыл босса. Ой! Не знаю, зачем я это делаю. А, блин, а я же артефакты там... Вот это сейчас беда будет. Зачем я сюда пошел? Одно хорошо будет, если с него артефакт выпадет. Если с него падает артефакт, я его реролю, получаю все профиты, преференции и так далее и тому подобное. Ням-ням. Не докинешь, не докинешь. Докинешь, докинешь. Привет, червяки. Странно. Почему они на меня не реагируют? Бежим! Витя, беги! Блин, попал. Отвлекся на чат. На-на-на-ра-на-на-на. Пара-па-па-па. Косяк. Эх. Так, там я все взял. Я же тут взял артефакт? А, я его тут не взял. Все, я думаю, что тут у меня задача какая-то была другая. Так, здесь, в принципе, можно еще и в секретку заглянуть, да? Ай, вот это я снайперски прям подошел. Бам! А там секретки нету. Вот это зад. Вот это зад. Ну ладно. Firemind. Ну, в принципе, огненные слезки, конечно. А, интересно, оно взрывает вокруг все? Если попадают или нет. Ух ты, взрывают! Вот, теперь хотя бы стрелять можно. Можно их подпускать к нужным вещам и взрывать там. Все, что хочешь. Да ладно тебе. Человек и террорист. Давай, Витя, беги. Так, бери. Бери лошадь. Полетели нафиг отсюда. Так. Ну, с лошади чуть полегче должно быть. Во-первых, это полет. Уху. Так, ну здесь боссы будут вылупляться. Что-то как-то совершенно не хочется. Так, ключа у меня нет. Здесь денежка какая-то есть, но она... Опа! Прям как с ниндзя. Ниндзя-лут. Кто знает, что это такое? О, ключик. Хорошо. Так, теперь я смогу открыть какую-нибудь комнату. Ну-ка. О, еще ключик. Замечательно. А. Iron Bar. Ну, в принципе, мне это ничего не дает совершенно. Хотя, кто знает, может быть, станет-то я могу. Я вот в этом как раз вопросе-то и не разбирался. Может быть, я могу станить? Взрывать же я могу. Вот как понять, как... А вот станище. Нет, не станется ничего. Вот она серенькая долетает, ничего не станет. Так, ладно. Во, вот этих парней надо пострелять. Давай взорвись уже. Там вот синий камень рядом с тобой. Да что ж ты такой дерзкий? Во! Отлично. Так, а что это такое? Small Rock. А нафига я его брал? А, ну да. Что могло еще там быть, кстати? Кроме Small Rock. Монстра. Ой, сейчас повеселимся. Так, он грязный. Грязный монстр. Ах ты, грязный монстр. Блин, не было бы мух еще. Было бы вообще зашибись.
Если он так и будет плеваться там, я только за. Мухи. Да ладно, ах ты ж. Ладно, давайте больше движения. Ля-ля-ля-ля-ля. На-ра-на-на-на. Умри, умри, умри. Что-нибудь, говорит, кроме Айзека будет? Нет. Стоять, стоять. Пентаграмма, блин, зачем она мне? Ага, что-то нам тут предлагают взять. Что бы это могло быть, а? В принципе, полет мне не нужен уже. А что там еще бывает? Черный халат я уже брал. Там разве что только Абадон может быть, но Абадон стоит 2 жизни. Хотя у меня фигня на сделку. Не, я думаю, нет смысла брать. Так, тихо, выпустите меня. Выпустите меня немедленно. Тут Charm Tears плюс Брим тащит. Не работают. Ну, по крайней мере... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну надо активировать здесь. Стоять, бояться, зачем? Ты, господи, боже мой, пауки сраные, никогда их не любил. Все, блин, посливал. Так, стоп, а вот эта фигня должна полностью рокнуть вся. Ха-ха-ха, вы это видели? Ага. Это было эпичненько, кстати. Все повылуплялись. Так, ладно. Синенькое сердце. А, это же босс считается, ё. Ну да, это босс считается. Да, надолго здесь можно будет тупить. Давайте сюда встанем. Сердца. Он с нами ничего не сделает. Надеюсь. Так, пока почитаем чат. Так, видите, тут ребята только пришли и в шоке. Что за баг? Как ты прошел на следующий уровень, не убив босса? Еще раз объясняю, ребят. Это Сид Пацифист. Где это написано? Упс. Я Escape нажал. И что? А, вот. Видите? Сид Пацифизм называется. Собственно, здесь всегда так. Когда вы с пацифизмом играете. Невозможно никого убить, но и убивать не требуется. Приходится терпеть вот на боссах. О, какого хрена? Ты чё? Падла! Ты смотри, прожрал меня сквозь камень. Ух ты! Да ёлки-палки, вот я везучий случай, а. Мама. Я теперь Глютона нашел. Но с него хотя бы сердце может выпасть. Ужас, говорит, какой-то. Это... Неждан заехал незаметно. Пишу. Давай, давай, прокни, прокни на меня. Бла-бла-бла-бла. Сегодня играл Вайзека на харде, такая имба была. А, то есть ты считаешь, что Вайзека на харде играть это прям так сложно? Я, по-моему, как только хард... Я, по-моему, вообще с самого начала, после пару игр на изи, понял, что это слишком изи и начал играть на харде. Это, говорит, надолго. Да не, не так уж и долго. Ничего из него не выпало. Что, опять его... Вот это терроризм просто от игры. Его теперь опять проходить надо, прикиньте. Ну, это уже слишком. Ладно, я тебя подожду. А прикиньте, когда будет храм, там же через раз боссы будут.
что будет в сундуке, я вообще не представляю. Ну это надолго реально так ходить-то можно. Так, если найдешь брелок Flatworm, бери, он мощно отталкивает врагов. Да, я в курсе. Двери нельзя взорвать. А вот это я, кстати, не знаю. Не, ну в принципе, когда босс, нельзя же дверь взорвать. В принципе. Ограничения, так что тут приходится только терпеть. Жалко, что босс не умирает. Блин, а если мне опять придет возвращаться, ребят? Ну, надеемся, что я все-таки выбрал правильный путь. Чуть-чуть промазали, засранцы. Опа, попал, молодец. Хорошо заманил. Так, отманил, все, собираем наверх. Ой-ё. Ты смотри, я выбрал правильный путь, но, к сожалению, золотые комнаты. Ой-ё, ё-ё-ё-ё-ё, мама. Давайте чекнем, если здесь есть золотая комната. А, ты смотри, тут обход есть. Оказывается, тут с тем червяком можно было и не встречаться. Позитивненько. Да что ж ты творишь? Во, наконец-то я что-то интересное нашел. Хаос. О, интересно, а как хаос работает в этом моде? Вот это сейчас мы потестим с вами. Вот это интересно. Хаос он должен убивать. Но здесь я никого не могу убить. Так, денег все равно нет. Так, ребят, подходим. Так, извините, ребят, отходим. Так, не хочется тратить бомбы, ну ладно. Так уж и быть. О, оно того стоило. Ну, в принципе, совершенно не нужная фигня. Toxic Splash Damage. Все равно я никого им убить не могу. Ну да, никто не бьется. Так, айда к боссу. Сейчас будем попробуем в босса кинуть хаос. Сейчас посмотрим, что из этого получится. The Fallen. Твою налево бросил. От души. Хорошо, что у меня лошадь есть, а? Как бы я от него бегал без лошади? Давай, давай, давай. Так, написано, что хаос просто наносит много урона. О! Соответственно, здесь много урона не поможет. Не, ну погоди, я не попал хаосом, так что тут это... Я раканул. А почему они все время летают? Они не должны все время летать, нет? Сдохните уже. О! Ха-ха. Зачем мне это, я не знаю. Давайте возьмем. Будем прикалываться. Ю-ху! Ниже. Ух, так далеко я еще, по-моему, не уходил, да? Четвертый уровень. Но это все потому, что мне полет попался. Так. Направо. Ой, ёшкин кот, блин. Вот, тихо. Это же, видите, конечно, я не могу не получить немножко дамаги. Так, здесь тупичок оказался. Ну, кстати, возможно, там секретка вот вокруг вот этого всего дела. Йо. Давайте, стрельните туда. Ну, я же сказал, там секретка, блин! Да ёлы-палы, кто ж такие секретки-то делает? Я-то думал, я сейчас тут профита получу немерено. Ага, сейчас. Так, направо.
Мухи-мухи потерлись такие, ушли. Так, ну, Паучандра, в принципе, ничего мне не даст. Пучки здесь не работают. Привет, привет. Всем привет. Так, там что, магазин? В магазине могут быть серые блин. Ну ладно, здесь хотя бы можно сделать реально вот так. Я не думаю, что он по мне попадет. Так, опять немножко чата. Про активку не забывай. Да, но просто нужно в определенный момент ее юзать же. Почему Витя не юзает дэш-атаку? Потому что все равно никого убить не могу. Можно сказать, сет смерти. Действительно, кстати, у меня есть капюшон. У меня есть лошадь черная. У меня есть коса. Слушайте, а возможно, сет смерти сделали. В Afterbirth там же будет несколько, не два сета, как в этом. Здесь же есть только сет Мушиного Короля и сет Гаппи. Там сделали 8 сетов. Я только не помню, 8 новых сетов еще сделали или вообще 8 просто. В принципе, почему бы нет? Возможно, и вот такая вот. Да что ты делаешь? Я хотел всего лишь взять вкусняшку. А, вкусняшки феромоны оказались. Ёлы-палы, сколько он накикал их. Ай, ё-моё, блин! Да что ж ты делаешь? Я откину бас. Все, ребят, слив. За что я так себя ненавижу? Блин, и здесь еще босс считается. Да. Не, ну серьезно, блин, надо же так было. Жесть. Походу, делать моя последняя попытка. Я уже почти уверовал, что я не смогу. Потому что это нереально. Это адски сложно. А прикиньте, в год-моде еще его проходить. Вообще вешалка. Они издеваются надо мной. Йо! Говно. Да, пройти босса будет нелегко. О, пиши пропало, Витя. Иди. Так, я все равно забыл, что он два раза летит. На-на-на-на-на-на-на. Ты какой! Шустряк попался, а? Но этот хотя бы лучами добра не стреляет. Как его обгрыженный брат. Обгрыженный брат меня тут, наверное, просто вынес. Ой! На. О, здоровки. Здоровки. Вовремя спрыгнул. Так, здоровье, Витек, как оно пишет мне в чате. Да вот видишь, что ты экспериментируешь со всякими модами. Аж пригорает. Ну, рискнуть, конечно, можно. Ё-моё, сколько у вас тут? Так, ладно, потерял сердце. Ням.
Хотел ключ забрать у него. Блин. Неужели нельзя было не дамажить это сделать? Ёлки-палки, босс. Ой, что-то все, я как-то уже расслабился. Уже как-то расслабился. Ну. Да, здесь реально мод учит тому, как не влипать. Блин. Опять в чат заглянул, и все, и до свидания. Ай-яй-яй. Так. Здоровье. Проходим. Ёлки-палки. Охренеть, мне теперь опять этих мужиков терпеть. Давайте эксперимент поставим, вдруг взорвет. О, взорвало! Ёлки-палки! Лес густой, вот это везение. Так, здорово, мужики. Так, здесь просто денежка. Жопа. Летающая жопа. Rainbow Baby. Ю-ху, прикольно, конечно, но он мне не нужен. Health up! О! Вот это да. Слушайте, первый меняемый магазин за много-много лет. Вот это, кстати, штука может меня спасти. Хандл бандл. Эта штука может меня спасти. Теперь все будет в удвоенном экземпляре падать, что есть отлично. О, блин, это тоже босс считается. Так, ну хотя бы они более-менее пассивные. Ну уже, давай уже, кончай. Так, хороший камень вижу. Оу. Неплохо. Так, а я в принципе все нашел. Пошли к боссу. Ой, The Gate. Вот тут сейчас будет движняк. Сейчас он вот эти штуки будет самонить. Они будут на меня сверху падать. А еще он будет включать какую-нибудь лабуду. Типа вот этой. Летят. Падла. Ах ты телепузик сраный. Да сколько у вас? Опа-па-па-па-па-па-па-па. Тихо, еще одного кинул. Ой-о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 й. Твою налево! Адская шняга! Нужно постоянно куда-то ползать, бегать и... Не-не-не-не-не, убивай меня! Жесть вообще! Твою налево, попал! Охренеть! Просто адский монстр. Прикольно, дамагнулся, но сполз. Фух. Офигеть, как я там выжил. Летающий анусик. Я даже не знаю, о чем ты.
Так, а тут мамка уже будет у нас, да? Тихо, извините, девушки, я уйду от вас, вы не против? Так, здесь падающая рука. Говно, ты что творишь? О, хилсап, спасибо. Так. Халява из двух ключей лежит. Ну, из двух, потому что я хандл бандл взял. А здесь ничего интересного. Хардс. Отлично. Учитывая, что у меня уже количество сердечек 4. Я уже счастлив, можно сказать. Блин, червяк. Ну ладно, здесь хотя бы можно просто потупить в углу. Так, читаем чат. Как бы Витя мансил в доте? Не знаю, я слишком стар уже для мансения. Мой пукан бы не выдержал проходить этот мод. Мистер Сарказм пишет 13. Ну слушай, да, тяжело. Реально тяжело. Учитывая, что, например, мой стиль игры это все-таки через повреждение идти. То есть я предпочитаю быстрее убить врага, чем терпеть, там, уворачиваться и так далее и тому подобное. Для меня это адское дело, но вот, как видишь, приходится этим сейчас заниматься. Витя, тебе тут кнопка пердака нужна. Я не знаю, что это за кнопка. А, это жопа горит, что ли, которая? А, вот этот пушистый, розовый и стреляющий круглый враг, летающий анусик. Жопа это летающий, все. Фокус, привет, блин! Флёк. Витёк, когда планируешь сходку в МСК? Когда планирую сходку в МСК? Хороший вопрос, пока не планирую. Поэтому на вопрос «когда» не могу ответить. Вот, опять летающий анусик, как ты его называешь? Так, какая штука есть. Блин, я вообще с королем просто был этого прохождения. Вот чисто вот если бы я с повреждением проходил, но, к сожалению. Летающий анусик. Так, ну можно серого сердца ограбить, да? Раз серое сердце уже взял. А, это ты смотри, самонаводящийся летающий анусик. Ох, сколько здесь сердец-то понавалилось. Привет, мухи. Привет, всякая шняга. Так, нашел. Ну что, вы готовы? Давайте. Мамочка! Слушайте, она сейчас будет самонить. А, она сама даже своей ногой не может убить их. Тихо-тихо, пулеметчик сраный. Ай, больно. Ай. Что же вы делаете? В принципе, я знаю, что в этом моде поможет. В этом моде очень хорошо поможет... Кто меня попал? Очень хорошо поможет такая вещь, как пироманьяк. Он просто от души может помочь. Ай-яй-яй! Срань господня. Сейчас нога придет. Да как ты попала по мне? Все, умрите, умрите, умрите. Ого-го-го-го-го-го, сколько их тут нападало-то? Куда, в жопу летай? А че их так много-то выкинулось сразу? Жесть, ребята. Все, труба. Любое попадание, я трупан. Не пойду даже бомбы подбирать. О, жесть. Ой, мамочки. Да. Может быть, сердца пойти попробовать найти? Блин, здесь... Так, может быть у тебя сердце есть? Да ё.
Так, какашки. Ну, в принципе, не проблема, я так думаю, подождать, да, пока не сдохнут. Как бы меня убить они не могут, так что терпим пока. Усё, говорят, трупик. Они же не прострелят меня сюда, надеюсь. Блин, по визуализации прям до меня долетает как будто. Но вроде бы нет. Что есть приятно. Так. Откушенный листочек тут просто божит. Действительно, вот. Вот. Что здесь нужно. Откушенный листок. Все боссы твои, как говорится. Ну, в принципе, возможно, чисто вот до этого откушенного листка игра. Как только получаешь его, все. Молодец, победил. Реально же, я же тоже становлюсь бессмертным с откушенным листком. Хотя, может быть, здесь что-то сделали наподобие, что если ты сам бессмертный, ну, типа с откушенным листком, то извини, пожалуйста, ты тоже не дамажишь. Вот это вообще адская была бы тема. Ой. Так, а теперь нужно понять, в каком направлении все-таки босс будет. Чтобы мне 10 раз не ходить. Да елки-палки. Че, я тупанул, да, действительно, можно вот сюда выйти. Пора задуматься. И да. Спасибо за стримы. Пора, говорит, задуматься. Пора задуматься. По поводу сходки. Ну. Надо было задумываться на Игромире сходку делать какую-то. Но проблема в том, что когда был Игромир, было мое день рождения, и мне как-то я больше о дне рождения думал, нежели о Игромире. Так что как-то вот так получилось. Почему так много этого Айзека? Это разве много? Много Айзека, ребят. Когда его реально много. А тут так. Пару раз в неделю, даже если играю, это. Прям беда. Гугарит на Близконе сходку. Это ты хорошо придумал. Слушайте, ну, мод, конечно, становится надоедливым, когда. Точнее, не мод, а сид становится надоедливым вот в такой вот ситуации. Ну. Что в каждой комнате нужно стоять и ждать. Это, конечно, выбешивает уже. Если честно. Поэтому я думаю, это последняя попытка сейчас. Докуда дойдем, до туда и дойдем. Но все равно забавненько. Валим отсюда. Так, здесь тупичок. Оу. Уже, ну это катастрофа. Выпустите меня, какашки. Нет! Слушайте, ну... Повторять я это не буду. Я понял, насколько это адская шняга. Это просто невообразимо адский сид. В принципе, если у вас есть желание, вы можете сами попробовать побаловаться им, но я ни ногой больше в пацифиста не пойду. Слишком уж... Слишком уж тяжело. В любом случае, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, читайте описание, там ссылочка на плейлист. Какая нелепая смерть. Да уж. Какаха снайпер пишет в чате. Бывает. Даже у говна случается точный день. Но оно попадает куда надо. В общем, все сказал, до встречи в следующей серии.